Дорогие друзья, спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодня у нас очень интересный рецепт. Здесь у меня пекинская капуста и морковка. Добавляю соль по вкусу. Как всегда, подробный рецепт под видео. Добавляю яйца и все хорошо перемешиваю. Выкладываем помидорки, перец. Любите лук, добавьте лук. И добавляем нашу смесь. Распределяем, накрываем крышкой и тушим до 10 минут, в зависимости от капусты. Пекинская капуста нежнее, поэтому нам вот эту всю красоту надо перевернуть при помощи тарелки. Тарелку. Я перевернула. Ну, конечно, видите, теперь я добавила пергамент, чтобы уже та сторона у меня не пристала. Если вы уверены в своей сковородке, то не надо. Просто переворачивайте. Добавляете любимые специи. Сыр. Накрываете крышкой и еще минут на 7 даете потомиться. Такая у нас уже красота. Не забывайте подписываться на мой канал. Посмотрите на эту красоту. Так как я, видите, пергамент. Я очень легко сняла со сковородки. Видите, какое оно горячее. Знаете, это вкуснее пиццы. Нежная капусточка. Только дать немножко надо остыть, чтобы сыр принял форму. Посмотрите, какая это красота. Ой, очень горячо. Спасибо, что вы были со мной. Рецепт, как всегда, под видео. Один раз попробуйте приготовить такой рецепт, и он станет вашим любимым. Не забывайте подписаться на мой канал.